Работаю на выставке World Food 2022, и, как правило, продукцию, которую приносят нам участники выставки, мы выставляем на стол, но не всегда для продукции нам хватает этого стола. Например, иногда вот такие вот случаются у нас экземпляры. Что это такое, нам расскажет Кирилл Шишков, группа компании Polar. Кирилл, здравствуйте. Расскажите, что у нас здесь находится. Добрый день. Polar группа представляет на выставке несколько новинок, и вот это вот одна из них перед вами. Это контейнер Food Line серии, который позволяет соблюдать холодовую цепь при транспортировке замороженных и охлажденных продуктов питания. Этот контейнер позволяет сохранить температуру замороженных продуктов и при транспортировке этим продуктам не будет нужен рефрижератор, что существенно сэкономит поставщикам и производителям продуктов снизится стоимость логистики. Что внутри смотрим? Внутри расположены у нас холодильные элементы, и мы видим, какие здесь толстые стенки, они позволяют долго держать холод и то есть продукт в течение суток может спокойно здесь храниться, и при этом холодовая цепь будет соблюдена, продукт не будет разморожен. Также у нас на стенде представлена еще новинка, витрина под брендом Dazzle. Это холодильная горка. И также еще есть пароконнектоматы компактные для супермаркетов, для магазинов, которые готовят непосредственно в торговом зале. Пароконнектоматы – это все наши отечественные, российского производства, все собирается в городе Волжск. Насколько это востребовано отечественными компаниями, скажу так, или у нас на рынке правит бал сейчас иностранный производитель? Ну, пока, конечно, у нас есть и отечественные производители крупные, и есть зарубежные производители. Мы стараемся конкурировать и в конкурентной, в честной борьбе. В связи с, ну, я так скажу, последние, наверное, полгода, я так понимаю, все равно тенденция скорее идет к тому, что больше обращаются к вам, чем к западным каким-то, или, может быть, азиатский рынок очень востребован. Если говорить о холодильном оборудовании Polar, то, конечно, эта марка уже себя зарекомендовала на рынке, и она является одной из самых популярных в принципе в стране. Если говорить о бренде пароконнектоматов Radox, то это относительно новый бренд, то есть он появился буквально там 2 года назад, поэтому мы пока еще только на пути становления. Нас уже узнают, но пока, конечно, мы еще недостаточно сильно представлены, но мы стремимся. А Dazzle, витрины Dazzle, это вообще новинка у нас. Они только-только появились. И вот буквально первый образец, то есть вот у нас стоит на стенде, с ним можно ознакомиться. Я так понимаю, именно познакомить людей с новым продуктом, с новыми брендами, это цель вашего присутствия на этой выставке? Безусловно, это цель на выставке, это помимо всего прочего, еще также услышать наших конечных потребителей, понять, что они хотят, и при необходимости дорабатывать и разрабатывать дальше наши продукты. Второй день выставки. Уже получаете обратную связь какую-то полезную, которая вам позволит что-то изменить? Конечно. Конечно, и вчера подходили и конечные пользователи, и подходили и дистрибьюторы, и дилеры, от которых мы много узнали, новые, которые поможет нам дальше в развитии. Здорово, желаю вам плодотворного продолжения этой выставки и успехов. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо.